еще не закончена летопись войны. Все новые подробности приносит время. И вот теперь мы узнали о героях этого маленького русского городка Людиново. Помните их имена? Алексей Шумовцов, Шура Хатеева, Тоня Хатеева, Толя Апатьев, Саша Лясоцкий. Вспомним тот день и час, когда над горящей нашей землей простерлась черная тень войны. Фашистские полчища, сея разрушение и смерть, рвались к Москве. Их путь был отмечен пеплом пожарищ, слезами вдов и сирот. Пришли они и в Людиново. В тихом городке, где вечерами звенели песни, стал воцаряться так называемый новый порядок. Справедливость уступила место убийству. Страшась партизан, убивали за все. За то, что вы прошли по улице, держа руки в карманах. За то, что с темнотой вышли из дома. Только лес, непроходимый брянский лес, со всех сторон обступивший Людиново, мог укрыть тех, кто взял в руки оружие, чтобы мстить. Особенно страшно было здесь вечерами, когда город словно вымирал, тревожно прислушиваясь к канонаде. Фронт проходил рядом, в 10-15 километрах. Фашистам казалось, что они подавили здесь все. Стремление к борьбе, волю, мечты о свободе. Но нет. Подпольный райком партии, райком комсомола, создали в самом логове врага боевую комсомольскую группу, презревшую опасность и смерть. Да, в этом доме иногда звенела гитара. Она обманывала слух врага. Под ее звон в этой комнатке комсомольцы обсуждали дерзкие планы борьбы и мести за свой поруганный народ. Здесь приняли они священную клятву. Я, Шумовцов Алексей Семенович, 1925 года рождения, беру на себя обязательство работать на пользу социалистической Родины путем собирания данных разведывательного характера, идущих на пользу Красной Армии и Красным Партизанам. Если я нарушу свои обязательства или выдам тайну, понесу ответственность по законам советской власти, как изменник Родины. Орел Алексей Шумовцов. Недавние людиновские школьники, они словно возмужали, давая клятву в самом высоком верности своей отчизне. Победа Хатеева Антонина. Победа. По-юношески беспредельно они верили в нее и делали все, чтобы она пришла скорее. Руины складов, взорванного комсомольцами, сохранили горючее для танков и бронемашин. Угроза арестов, расстрелов не могла устрашить юных подпольщиков и партизан. Фашистам часто приходилось восстанавливать связь. При фронтовой полосе лишить врага связи значило разобщить его, сделать глухим. Так же, как на дорогах Белоруссии и Украины, вблизи Людиново, шла беспощадная рельсовая война. По этим тропам, сквозь лесную чащу, пробирались с тайным грузом Алеша Шумовцов и Шура Хатеева. Вот у этого старого дуба, знакомого с детства, комсомольцы-разведчики встречались со связными партизанами,
доставляя им сведения об оккупантах. Эти донесения, добытые комсомольцами с риском для жизни, партизаны по радио передавали на Большую Землю. Вот одно из донесений. На этом чертеже представлено расположение вражеских войск около Ксурского моста по железной дороге. Немцев здесь стоит большое количество. Здесь есть солдаты, лошади, машины. Немцы строят землянки и роют окопы по Ксурской канаве. Установлены зенитки и пулеметы. Имеется всего 9 кухонь. Точное количество вражеских войск, живой силы и техники противника не знаю. Всему орел. И вот уже с неба падал карающий меч. В Людинове, где находился штаб одной из дивизий, где сосредотачивались для наступления фашистские войска, огромную ценность имела разведка. На восторженный призыв Шумовцова «Прекрасное место для бомбежки» отвечала наша авиация. Попадая под удары невидимых мстителей, фашисты с отчаянием устремились в леса. Они стали сжигать окраины Людиново, надеясь мертвой зоной оградить себя от зеленых призраков лесных партизан. Но в кольце пожарищ за каждым шагом фашистов неотступно следили чьи-то глаза. Это были комсомольцы-разведчики. Командир группы Алексей Шумовцов, о смелости которого еще в школе ходили легенды. Скромная и застенчивая Шура Хатеева. Ее сестра, порывистая, энергичная Тоня Хатеева. Анатолий Апатьев, который превыше всего ставил честность и мужество. Мягкий, душевный и в то же время непреклонный Саша Лисоцкий. Они были не одни. Среди людиновцев, которых мы видим сейчас на спектакле «Тайна бессмертия», боевые друзья героев, делившие с ними грозовую опасность и гордое счастье борьбы. Члены подпольной комсомольской группы Зинаида Хатеева, Нина Хрычикова, Рима Фирсова, связной отряда Владимир Рыбкин, комиссар отряда людиновских партизан Иван Михайлович Ящик, партизанская семья Вострухиных, партизанка Федосия Степановна Пряхина, работавшие по заданию штаба партизан Олимпиада Зарецкая, Зарецкая Нина, родные комсомольцев-героев, братья Алексея Шумовцова Павел и Виктор, отец Семен Федорович Шумовцов и Яков Алексеевич Терехов, у которого воспитывался Алеша Шумовцов. Младшая сестра Хатеевых Тамара и мать Анатолия Апатьева Евдокия Михайловна. Пережитое, как бы вернувшись из прошлого, воплотилось в сценах спектакля. Пишите листовку. Сверху, как всегда. Смерть немецким оккупантам. Всем, всем, всем. Вот так, собираясь вечерами, они писали листовки, жгучие слова правды, пробуждавшие в людях надежду и стойкость. Помните, Рима и Нина, как, пробираясь по темным улицам, вы расклеивали на стенах эти листовки? Комендант Людинова Бекендорф и предатель Иванов были встревожены тем, что в городе действуют мстители. Сорванная плотина и знак вопроса над ней. Кто взорвал плотину? Кто заклеивает город листовками? Кто сообщает партизанам дислокацию наших войск? Долгие дни, недели и месяцы смерть висела над головами многих людиновцев, но они продолжали борьбу. По-прежнему бесстрашен был орел Алексей Шумовцов. Оберегая жизнь детей,
Им помогали матери. Кто-то идет. Свои. Зина Хатеева, связная партизан. Вы, конечно, не забыли, Зина, как, пройдя десятки километров через вражеские посты и заставы, приносили комсомольцам долгожданные вести от партизан. Это были бесконечно радостные встречи. Пройдя сквозь смерть, вы как бы вновь возрождались для борьбы. Я вами доволен. Продолжайте, господин Гришин. Тайна. Святая тайна комсомольского подполья стала известна предателю. Спор не пресечь. Что у них главное? А главные, главные суть следующие. Шумовцов Лёшка, вожак. Надёшь за ним гуртом следует. Ещё кто? Лисоцкий Сашка. Задумчивый такой ходит всегда, а сам что-то изобретает. Разрушительный силы паренек. Еще кто? Апатьев Анатолий. Забегата. Наиболее активные участники подпольной группы были арестованы. Замолчик! Ну так вот, господин Иванов, слушай мое последнее слово. Не знаю я, где партизан. Слышишь ты, Митька Иванов, жди меня, не знаю. Молчи! Родину предал, друзей предал, тифозная вошь! Убью! Правду не убьешь! Их истязали в фашистских застенках, но они молчали, сохраняя верность клятве. Их молчание спасло жизнь десяткам, сотням людей, которые здесь, в Людинове, помогали им, чем могли. Это был последний прекрасный подвиг комсомольцев. Их убили. Никогда не забыть тех страшных, последних дней жизни героев людиновцев. Шумовцов и Лисоцкий находились в застенках гестапо в одной камере, а Патев в соседней. Сестры Хатеевы в камере, где находились жены и дети партизан. Гестаповцы требовали раскрыть местонахождение партизан и назвать связных. Допросы были страшные. В камеры приводили всех избитыми. У Тони Хатеевой была переломана рука, у Шумовцова выбиты зубы. Последний раз истерзанных Шумовцова и Лисоцкого увели ночью, и больше их никто не видел. А через несколько дней на рассвете из камер начали выводить людей во двор гестапо. Говорили, что будут отправлять в Германию. Здесь, по приказанию Бекендорфа, заключенных разделили на три группы. Гестаповцы с автоматами и винтовками погнали измученных людей за город. Матери несли на руках сонных детишек. Людей гнали на расстрел. За мостом свернули в лес. К этой яме подвели группу в 11 человек. Раздались выстрелы. Метель замела следы преступлений фашистов. Никто не знает места гибели то ли Апатьева и сестер Хатеевых. В этом лесу были убиты Саша Лисоцкий и Алексей Шумовцов. Много раз с той поры приходила весна, обновляя землю. Молодой лес поднялся с тех пор на выжженных опушках. Тишина простирается над озером, в котором когда-то рвались снаряды.
Благодатное время и светлая улыбка внука смягчили неутешное горе матери и отца Алексея Шумовцова. Еще один внук, Алеша. Алеша Шумовцов, племянник героя, растет на этой скромной окраинной улице. Повзрослев, они узнают, поймут, какие несчастливые жертвы были принесены, чтобы детство их было беспечным и светлым. А те, кто уже вступили в пору зрелости, кто приобщается к прекрасному слову «комсомол», пусть всеми помыслами и делами будет такими же, как людиновские комсомольцы-герои. Многие никогда не видели их. Другие помнят их мужественное отрочество, когда они бросили вызов врагу. Но для всех них самое светлое и благородное – готовность пожертвовать жизнью для счастья людей воплотилась в именах героев-земляков. На вечные времена будет воздвигнут здесь памятник. Это к вам, молодежь советской земли, обращается сейчас представитель сегодняшних комсомольцев Людинова Владимир Колянов. Товарищи! Сверстники мои, нам не довелось совершить боевых подвигов. Это выпало на долю старшего поколения. Сегодня в созидательном труде продолжение благородных дел комсомола. Но когда ты, мой товарищ, приступаешь к труду, когда ты открываешь учебник или отдыхаешь, когда ты принимаешь радость наших дней как должное, подумай, какой огромной ценой добыта нам сегодняшняя жизнь. Как сотни наших городов возродилось на былом пожарище войны Людиново, и улицы его названы именами комсомольцев. Вдохновленные их подвигами трудятся товарищи, отцы и братья героев. Людиновцы – одна из многих подпольных комсомольских организаций, вписавших героические страницы в летописи войны. Пусть же по всей стране разнесется их бессмертная слава.